Всем привет, дорогие друзья, смотрите, это Копатель онлайн. Так, тут уже собрались ребятки, я они общаются друг с другом. А я не могу говорить. Это не я говорю, это мой брат говорит. Так, интересно. Еще двое игроков, и мы, пожалуй, начнем. Жалко, я не могу с ними пообщаться. Печальная беда. Хорошо, что меня тут никто не знает. Я могу спокойно поиграть. Ну что ж, немножко осталось. Сейчас мы начнем, ребят. Я надеюсь, ты поставишь палец вверх. Если мы наберем 500 пальцев вверх, то будет донатик. Будет донатик, ребятки. 500 пальцев вверх. А если 1000 будет пальцев вверх, будет хороший донат. Крутой донат на игрушку. И также будет нарезка какая-нибудь. Меня же никто не слышит здесь. Я просто не знаю, на какую кнопку говорить даже. Ладно, ждем. Все. До перемещения 4 секунды. Мы, ребятки, должны выжить любой ценой. Не знаю, попробуем ящик открыть. Наша первая цель. Быстро открыть ящик и смотаться. Ну что ж, я уже готов. Отлично. Эй, они забрали. Какого ж, придется убегать. План не сработал, ребятки. Теперь сейчас будут валить нас. И наша задача просто смотаться, скрыться. В принципе, в игрушку, мне нравятся голодные игры, можно было, не знаю, человек 20, допустим, чтобы играло. Ну, конечно, более большая карта была бы. Все, по ходу дела... Блин, мы по ходу дела отстали, это хорошо. Одного уже убили, нас осталось 9, ребят. 9 игроков онлайн. Хочешь больше голодных игр в Копатель онлайн? Также ставь палец вверх. В общем, если будет много пальцев вверх набрать, я буду, во-первых, и на другие игры больше снимать видео. И на эту игру больше видео снимать. В общем, видео будет больше и более качественное видео. Мне потому что не хватает подписчиков, ребятки, срочно. Хочу до 100 тысяч быстрее дойти. Вот это для меня колоссально будет большая поддержка, большая помощь. Вот и я буду чаще снимать. Чаще крутых игр. Вон, я вижу сундучок, давайте попробуем. Сейчас к нему подойдем, и может быть там что-нибудь будет крутое. Так, ладушки на ладушкин. Блин, нам бы снарядиться. Давайте попробуем. Нам нужен крутой лук. 35 дамаж. Хорошо, возьмем его на двоечку. Возьмем, давайте, ботинки. Две брони нам дадут. Сколько осталось? Не так уж и много осталось. Постараемся справиться, ребят. Вообще, мне нравятся вот голодные игры. Тут вот это мне интересно. Вот это мне нравится. Конкретно голодные игры. Вон я вижу, смотрите, вот он. Не стоит нам не нарваться. Нам даже бить нечем его. Блин, я... Ух ты, там их двое. Ладно, идем наверх. Другая наша тактика. Идем пока что наверх. Ух ты, блин. Черт подери. Короче, пипец. Они окружили меня. И кардинально все меняем. Я открывал? Нет, по-моему, я открывал этот сундук. Да, я открывал этот сундук. Сейчас меня могут заметить, и все. И пипец мне. А мне бить даже нечем. Даже просто дубинки нету. Возможно, меня уже давным-давно заметили. Сейчас поднимемся и увидим. Да, блин, я думал, там сундук, может быть, будет. Вот, меня заметили со всех сторон. Есть шанс их друг между другом стравить. Так, кто-то читер. Кто-то здесь читер, ребятки. Поэтому сматываемся нафиг. Вернемся назад. Ох ты ж, елки-палки. Стрел можно подбирать? К сожалению, нельзя, если бы... Блин. Какого черта? Вали от меня. Ребят, ну все, это явно конец. Ну а чем мне еще я его могу бить? Кулаком, что ли? Все, ребят, проиграли. Не задалось у нас. Две монетки и немножко опыта. Выходим. Идем назад. Также список серверов. Закрыто, закрыто, уже все закрыто.
Здесь же идет игра. Вот, отлично. Сюда пойдем. Фух, ну что ж. Первый проигрыш. Так, отлично, заходим. Ну, тут мало людей, пока что трое всего лишь. Что у тебя в руках было? Ну-ка, покажи. Там что-то крутое было. Разговаривать я не умею, ребят. Я уже на все жму. Значок не появляется, говорить. На какую кнопку говорить? Вообще на В, да? Либо на М русскую, либо на В английскую. Но я жму, ничего не происходит. Совершенно ничего не происходит. Ждем остальных игроков. Я не помню, как говорить, у меня не получается. Что? Погромче скажи. Вы все на одно лицо. Нам не хватает одного, буквально одного человечка. Школьники в копатель играют. Собрались. Гоу, гоу, давайте уже начнем играть. Эх, ждем этого человека. Ну все, ребятки, собрались. Народ собрался. Сейчас будет весело. А, нам надо быстренько, вот, сундук открыть, взять. Как можно быстрее. Блин, забрали. Придется сваливать. Придется, ребят, сваливать. Иначе нам пипец. Валим, валим, валим. Надеюсь, за нами никто не гонится. По-моему, никто не гонится. Так, сваливаем. Нам нужны сундучки, нам нужно больше сундуков. Ты закрой дверь, нельзя закрыть, что ли, дверь? Я вижу, что еще один сундук. Так, отлично. Нам уже есть чем драться. Так, ну все, сейчас мы будем обороняться уже. Отлично. Есть оружие. Надеюсь, победим. Вижу сундук. Так, отлично, есть рыба. Можно будет покушать и восстановить здоровье. Тот сундук мы брали, больше пока что я не вижу сундуков. Вот он еще один сундук. Никого нет пока что. Так, давайте. А это у меня 6 брони, это дает тоже 6 брони. Но выглядит этот круче. Давайте возьмем этот. Так, 2 брони. Ладно, пока что оставим. Может, каким-нибудь эпически легендарный бы сундук был. О, отлично, еще один. Так, одеваем. Итого у нас уже сколько? 13 брони. Плюс 5 брони дает. Странно, он 5 брони дает, но... Но у меня все равно 13. Ладно. Лог бы еще найти, было бы блистательно. Тут кубики нельзя разрушать. Там уже и мир, и тим, не знаю, собираются. Не знаю, я бы не доверял никому. Сундук. Я вижу сундук. Давайте попробуем открыть его. Так, еще много всяких ништяков, но они, в принципе, нам уже не нужны. Нам бы лук найти. Нифига себе, может туда подняться, на самый верх? Так, там кто-то бормочет. Нашел сундук.
Там, по ходу дела, договорились уже, ребятки. И они друг с другом играют. Поэтому мне будет сложно выживать. Так, это мне ничего не нужно, но я возьму, чтобы другим не досталось. Так. Возьмем оружие. В принципе, можно попробовать наверх сходить. Может, кого-нибудь встретим. Так, что они там хотят сделать? Они задумали какой-то план гениальный. Нужно быть с ними осторожней. Явно что-то задумали. Тут нет, значит, кто-то был. Карта довольно-таки большая. Вот в эту карту можно было, мне кажется, и 20 человек выпустить. Было бы классно. Тут явно был кто-то. Так, вижу сундук. Тут тоже был кто-то. Идем, идем, идем. Иди сюда. Иди сюда. Фак, фак. Ёлки-палки. Блин. Я погиб героической смертью. Но он был круче. Немножко. Ёлки-палки. Тут есть золотая кирка, смотрите, какие инструменты есть. Можете советовать, что лучше брать. Это все можно взять. Сделаем донат, ребятки, и можно уже будет посмотреть, что можно приобрести. Если игрушка будет просмотр набирать 1000 пальцев вверх, сделаем тогда донат, ребятки. Так что ваши пальцы вверх мне помогут. Крутые пистолеты, это все у нас будет со временем. Ладно, всем пока. До скорого. С вами Лодарите.